Скоро забрала, что с водителем, блядь. А что с ним было? Что, скоро забрала? Какие травмы какие? Я не знаю, блин. Возможно, перелом позвоночника, блин. Забрала скоро. А ты в машине тоже был? Да. А из-за чего так получилось? Наехал на путя. Нас подкинуло. Чувак, что на путях? Кто мне за тачку бы шлять будет? Ты что, ёбнутый? Ты посмотри на ухлад. И нас, короче, вот тут перевернуло, потом опять стало на колеса, и тут уже другой раз крутануло. Так за рулем не хозяин был, да? За рулем не хозяин был? Нет. Мы, короче, походу на великій скорості очень сильно на путя в'їхали. Потому що нас подкинуло. Ми на колеса стали другий раз тут і піздець, нахуй. Я не зрозумів, як нас тут, блін, крутануло третій раз. А ви в машині були? На кришу. Ми отут уїбались на кришу, отам. Отам, прямо серед дороги, блядь. Ну, пасажир. Пасажир, да? В машині був? В машині, звісно, в машині, а де ж, блядь? Можна вне машини бути і видіти все. Що він? Говорю, що, блядь, уїбашилися, ну, блядь. Ще в кінці я не згоден, на. Ти просто дурачок. Це машина тут оказалася, це не ти її сюди загнати. Можеш так робити? Я розумію. Ну, от і все, це не що, це обичне. Як вона попала? Зараз їдемо на заховання. Ні, ну пишіть хорошо, пишіть її так, як є, як вона сюди попала. Ілі так, як є, ілі, блядь, взагалі не пишіть. Нахуй ви пишете от эту хуйню леву, блядь. Ну пиши так, как есть, или вообще не так, блядь. Или вообще нихуя я не пиши. Я ничего не подписал. Ты завали ебало. Ты вообще нахуй тачку брали, вы, сука, припизженные. Ты видел, что с машиной. Припизженные, блядь. Припизженные, потому что меня никто не слухает никогда, нахуй. Припизженные, блядь. Да что, ёбнутый, блядь. Ты видел, что тачку? Да, можно было ебать вот так вот, я вообще не знаю. Я бану. Я не знаю, как он, короче, он только руку вообще мне похуй. У меня за это, он да, конечно, только руку обосарапал. Я бессмертный, сейчас я тебе ебал еще раз забью, сука, долбоем. Я ее, сука, вытяну нахуй для ютуба. Бутовки мои, сука.